корабль по океану, по Тихому океану. Летела муха, устала, и вдруг видит корабль. Села муха на корабль. Показываю, муха села на корабль. А в подмосковном городе Реутове заслуженный учитель РСФСР Игорь Павлович Волков работает вот уже 30 с лишним лет. Так, мы на уроке у самых маленьких. Покажи, Юля, покажи. Юле 6 лет. Нет, неправильно. Кто сможет показать? Ну иди, Женя, ты. Ну, это очень трудный вопрос. Ну, конечно, вот сюда вот, на краешек, конечно, все правильно. Здесь нарисовано три детальки, очень похожи одна на другую. А здесь одна из них в двух видах. Посмотрели? А ну-ка, хором попробуем, какая? Первая! Ну, вы знаете, что вы меня удивляете. Я думал, что вы не отгадаете. Сейчас я закрою. Я сам должен запомнить, это я тоже забыл. Так, я тоже запомнил. Давайте. 24, 33, 46, 48, 60, 61, 66. Вот теперь молодцы. Вот это работа, я понимаю. То первый раз у вас там не то что-то было. Добавим. Дети обладают феноменальными способностями к различным видам деятельности. Но только один ребенок к одному виду деятельности, а другой к другому. Есть много потенциальных ньютонов, Лермонтовых, Менделеевых, но фундаментом для этого должно служить общее развитие. Если нет, допустим, у вас памяти, ну, как какому речь может быть о творчестве. Если у вас нет координации движения, то вы вряд ли что-нибудь, какое-нибудь изделие сможете сделать. Если у вас реакция медленная, то медленная обучаемость будет. И надо это делать в раннем возрасте. То есть мы вот и сделали уроки творчества в начальных классах, начиная с 6-летнего возраста. Ты ошибся один разочек, для жизни это не опасно. А теперь, ребят, я дам уже сложные задачи. Вот мамочка попросила вам люстру подключить. На один выключатель на две лампочки, один на одну лампочку. Думать у доски нельзя. Федя, ты иди, вот это хочешь, да? Кто вот это хочет задачу решать? Иди, Виталик. Денис, иди вот эту решай. Всем хватит места, всем хватит. Валя, а ты вот эту решай. Ребята, вы не бойтесь, всем хватит, сейчас будут ошибки же пойдут. Вы что, не все мастера, что ли? Так, Федя, ты что сделал? Посмотри, что получилось? На все три получилось. Ну, давай, Оксана, иди, потому что ты сейчас вылезешь из кожи уже, из фартука вылезешь из своего. Ну вот, смотри, на две лампочки и на одну, Оля. Не поняла. Так, садись, у ребят он уже недовольный. Вот чего добивается Волков. Вслед за учителем ребята начинают верить, что смогут все. Честно говоря, нам показалось странным, что в других школах ничего подобного нет. Но что поделаешь?